Чебоксарске проходит розыгрыш Кубка Чувашии по боксу. Вячеслав Ильин о поединках первого дня. Согласно регламенту, кубковые состязания носят командный характер. В возобновленном после долгого перерыва турнире почетный трофей оспаривают чуть больше 50 боксеров, представляющие Шумерлю, Маргауши, Лапсары, Цивиск, Новочебоксарск и Чебоксары. Все новое – это хорошо забытое старое. В этом году возродился Кубок России по боксу. И нам особенно приятно, что на этом кубке наиболее сильнейшей командой была команда Приволжского федерального округа. И мы не хотим отставать от уровня федерального и проводим Кубок Чувашской республики. Согласно положению, очки в зачет Кубка Чувашии дают и девушки. Правда, из трех женских олимпийских весовых категорий в розыгрыше почетного трофея Республиканской Федерации участниц набралось лишь на один вес – до 60 килограммов. В первом поединке стартового дня инструктор Маргаушского физкультурно-спортивного комплекса «Сывлах» Анастасия Барминова, она в красной форме, одолела Сабину Петрову из города Волжск, республики Мариэл. Я выступаю здесь не только за себя и за свой район. И постараюсь выиграть. Мужчины разыграют награды кубков в 10 весовых категориях. А какая команда получит главный трофей, станет известно завтра. Начало финальных боев ровно в полдень. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.